Круглый стол «Асыл Тулга» прошел в областном краеведческом музее. Его посвятили жизни выдающегося общественного деятеля Байкена Ашимова. В этом году в рамках республиканской программы «Рухани Жангыру» в нашей области проходят масштабные мероприятия, посвященные столетнему юбилею бывшего председателя Совета министров Казахской ССР. Поделиться воспоминаниями о Байкене Ашимове в областной музей пришли десятки человек, его коллеги, родственники, знакомые. В жизни каждого из них он оставил яркий след и добрую память. Всю свою жизнь отдал своей земле, своей стране. Честным трудом, трудолюбивый, как и все граждане того времени, прошедшие все невзгоды. Он все думал о земле, о стране и о своем народе.